Стартовал культурный библиомаршрут от центральной библиотеки и проехал по улицам города, привлекая внимание анапчан яркой внешностью литературного автобуса. Людмила Караяниди – книголюб. Много читает и много знает, и с удовольствием рассказывает интересные истории своим внучкам. Молодежь сейчас не читает, компьютеры все заполонили. И поэтому хочется, чтобы больше читали. То есть элементарного не знают, просто обидно. Вот я говорю, у меня слезы наворачиваются, честно говорю. Хочется, чтобы было у нас дети просвещение. На улицах города жители и гостей курорта приветствовали литературные герои. Анапчане приняли участие в блиц-опросе о книгах, чтении, литературе и видных деятелях культуры. Я думаю, молодежи очень нужны эти мероприятия, чтобы они приобщались к истории, культуре, книге. Анапчане получили программки акции «Библионочь». На месте записались в библиотеку, получив абонемент читателя. Ну пусть лучше книжки читают, чем пьют. Организаторы акции объединили идею «Перевод времени». Как переход от прошлого к будущему. Библиотеки меняются во времени и пространстве, путешествуют по эпохам. Сотрудники библиотеки рассказали о событиях года культуры. Прежде всего, «Библионочь» – наше огромное большое событие культурное, где мы будем рассказывать о роли книги, о наших читателях самых лучших, о том, что сегодня библиотека может подарить нашим читателям и представить массу мероприятий. Литературные герои рассказали об акциях библиотеки, викторинах, конкурсах, выставках, редких книгах, фонде библиотеки и культурной программе «Библионочь», призывая на пути всех встречных присоединиться к читающей когорте.